Выплаты детям из нацфонда нельзя будет потратить на лечение. Депутаты Мажилиса не стали включать в законопроект такую норму. На специальные накопительные счета детей до 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального фонда. На эти деньги в будущем дети смогут улучшить свои жилищные условия или получить образование. При этом приобрести недвижимость разрешается только на территории Казахстана. А вот оплатить учебу можно и в зарубежном учебном заведении. Если в течение 10 лет с момента наступления совершеннолетия получатель не снимет деньги, то накопленную сумму автоматически зачислят на его пенсионный счет. Долго обсуждали этот вопрос по лечению. То есть и с Министерством здравоохранения, с Министерством экономики, финансов, с общественностью, с членами рабочей группы и так далее. Теперь обсуждался вопрос, там, вот это, что все-таки там инвалиды первой, второй группы могли эти деньги получить на лечение. Но есть отдельная программа для этих категорий граждан, по которым они ежемесячно получают сегодня пособие. Причем размер этой пособии на 1 июля поднялось на 14,5%. То есть поэтому, учитывая, что есть отдельная программа по этим категориям людей, в рамках данного законопроекта это не рассматривается.